Здравствуйте, в эфире телеканала CBC, общественно-политическая передача «Актуально сегодня». Я ее ведущий Санар Заев. Гость сегодняшнего выпуска – заместитель председателя правительства Чеченской Республики Российской Федерации Джамбулат Умарович. Джамбулат Вахидович, здравствуйте, добро пожаловать здравствуйте. В страну, добро пожаловать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Прекрасно. Я думаю, что будет логично начать наш разговор в первую очередь с того, цель визита. Какие встречи планируете, что планируете делать, ну и как встретила в целом вас город Баку? Ну, если мы начнем с такой официальной части, то целью моего визита является презентация вот этой симпатичной книжки. Несмотря на то, что я ее написал, все-таки она симпатичная. Я надеюсь, вы в этом убедитесь. И цель моего визита, все-таки основная, наверное, заключается в том, что Рамзан Ахматович Кадыров, по поручению которого глава Чеченской Республики, по поручению которого я нахожусь на этой благодатной земле, как брат, как истинный приверженец нашего общего дома, дома Кавказа, конечно же, интересуется теми процессами, которые имеют место быть сегодня в Республике Азербайджан. Конечно же, большой интерес для чеченского народа представляет дальнейшая судьба Азербайджана, его прекрасного, творческого, очень талантливого народа. Что это будет за перспектива? Насколько дальше мы будем развивать, насколько интенсивно мы будем развивать наши внешнеполитические, экономические, культурные связи, которые традиционно были между Азербайджаном и Российской Федерацией. И вот в рамках целого ряда договоров, целого ряда соглашений, которые существуют в юридико-правовом поле между Россией и Республикой Азербайджан, Чеченская Республика может стать вот таким полезным, что ли, коммуницирующим фактором в укреплении этих отношений. Потому что чеченцы и Чеченская Республика – это тоже часть Кавказа. Поэтому целью моего визита является донести два посыла. Главный посыл – это отношения и упрочение этих отношений между Россией и Азербайджаном. Вот. И второй посыл – это упрочение отношений на Кавказе, где Чеченская Республика в лице Рамзана Ахматовича Кадырова выступает инициатором мира, инициатором согласия и одним из тех, который считает, что другой альтернативы на Кавказе, кроме мира, нет и быть не может. Если я вас правильно понимаю, вы считаете, Чечня, как важный субъект Российской Федерации, может сыграть свою роль в укреплении развития взаимоотношений между Баку и Москвой, взаимоотношений Азербайджана и России. Я хотел бы, чтобы вы развили эту тему. И когда мы говорим о взаимоотношениях, помимо культуры, помимо истории, помимо чисто человеческих вопросов, конечно же, очень, так сказать, важным вопросом является вопрос экономического взаимодействия. Какую перспективу в этом плане видите вы? Перспективу я вижу прямую, не буду скрывать, интерес тоже вижу прямой, потому что между Чеченской Республикой и Азербайджаном существуют очень давние связи, причем еще, я даже не буду говорить про советский период, еще до советского периода в Грозном проживала очень большая азербайджанская община, вот, и проживала, так сказать, даря чеченской, чечено-ингушетии лучших своих сыновей и в науке, и в культуре, вот, и в разных других сферах человеческой жизнедеятельности. И думаю, что Чеченская Республика, я не люблю говорить о какой-то там особости Чеченской Республики. Каждый регион Российской Федерации, каждый субъект играет свою неотъемлемую роль, важнейшую роль, так сказать, в общем, на общем лоскуте, так сказать, нашей огромной страны. Но Чеченская Республика – это все-таки такой
ну, региональный, что ли, актор, который мог бы быть полезен. Мог бы быть полезен, с одной стороны, и с точки зрения общекавказского урегулирования, да, и с точки зрения укрепления российско-азербайджанских отношений. И, в принципе, мы гордимся, что вот такая миссия, может быть, в перспективе будет нам сопутствовать. И вот я, как первый посол мира, которого, так сказать, сюда делегировал и моя большая родина, Российская Федерация, и Рамзан Ахматович, в частности, который, кстати, я хочу, пользуясь случаем, всему многонациональному народу Азербайджана передаю от главы Чеченской Республики горячий, теплый, братский ассаламу алейкум, мир вам, дорогие друзья, от главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот, и поэтому я думаю, что это нормально, я думаю, что это естественно, и вряд ли можно рассматривать общекавказскую проблематику без участия Азербайджана, равно как и без участия той же самой Российской Федерации, даже в лице Чеченской Республики, потому что вот во внешней политике российского государства Рамзан Ахматович – это не, скажем, не редкий участник, потому что мы видим и видели не раз в многих масс-медиа, где Рамзан Ахматович является проводником российских государственно-политических интересов во внешнеполитическом курсе Российской Федерации, да, это и Объединенные Арабские Эмираты, это и Саудовская Аравия, это и Турция, и многие другие страны, где либо он, приезжая сам во главе делегации, либо в составе российской делегации, либо, значит, посредством какой-то гуманитарной помощи, которая оказывается мусульманам всего мира, начиная от Юго-Восточной Азии, там в Мьянме и Бангладеш, заканчивая Ближним Востоком, и даже Африкой, и Северной, и Центральной. То есть каждое из этих государств, где мусульмане, любое государство, где мусульмане терпели бедствия, рука помощи фонда великого первого президента Чеченской Республики Ахматхаджи Кадырова, Далгазов Обалдольцун, щедрая рука этого фонда бывает повсюду, где мусульманам требуется помощь. Вот. И что касается экономической части вашего вопроса, здесь я тоже хочу сказать, что, и здесь я хотел бы вспомнить изречение старины Маркса, да, который в свое время, значит, сказал: политика есть концентрированное проявление экономики, да, и думаю, что сконцентрироваться на экономических вопросах как раз сейчас, когда Азербайджан восстанавливается после известных событий, и участие здесь, допустим, российских компаний, может быть, так сказать, как-то Чеченская Республика сможет здесь поучаствовать, с одной стороны. С другой стороны, какие-то интересные инвестиционные проекты, инновационные проекты, постоянно динамично развивающиеся азербайджанской экономики, я думаю, были бы не лишними и в Чеченской Республике. Вот. И, может быть, мой нынешний визит послужит вот таким добрым импульсом в активизации взаимоотношений между нашими народами. Давайте мы так вначале вскользь коснулись книги. Давайте вы нам чуть подробнее расскажете, в чем заключается суть, и почему вы для презентации, скажем так, выбрали город Баку? Ну вот, во-первых, вот она, эта книга, чтобы наши зрители увидели. Это аббревиатура «Фактор КРА». Кара – это вообще Кадыров Рамзан Ахматович, который здесь изображен слева от первого президента Чеченской Республики Ахматхаджи Кадырова. Вот, Кара – это Кадыров Рамзан Ахматович, а фактор Кара – это, ну, на мой взгляд, на взгляд исследователя, это очень такой важный, я считаю, политический феномен, который, в общем-то, сделал чеченский народ и Чеченскую Республику и самого чеченского лидера вот таким сдерживающим фактором для
по отношению к глобальному злу, которое я здесь же обозначил, и зло это называется террор. В данном случае фактор Рамзана Кадырова – это фактор антитеррора, то есть эффективной борьбы с международным терроризмом, потому что Российская Федерация, в частности Чеченская Республика, которая является ее неотъемлемой частью, это та территория, пожалуй, она еще уникальна с этой точки зрения тем, что это единственная территория, где был полностью побежден международный терроризм. И вот о том, каким образом этот терроризм возник на территории нашей республики. А я думаю, что это тоже интересная тема для Азербайджана, как для мусульманской в основном республики. Да? Вот. Как он зарождался, через какие организации он финансировался, как он проявлял себя, какие симптомы и признаки этой болезни отмечались на территории Чеченской Республики, как выглядели, какими методами действовали эмиссары, вообще что такое терроризм, почему проводят вот эти печальные и неадекватные параллели между терроризмом и исламом. На этот вопрос я хотел бы ответить. Почему и откуда по велению или по мановению чьей руки возник термин «исламское государство»? Позвольте, мы с вами имеем дело все-таки с государством, да, или же все-таки мы с вами имеем дело с террористическим сообществом, которое никак государством называть нельзя. Мы с вами с каким джихадом имеем, так сказать, и с какими шахидами имеем дело? Смотрите, я сегодня проезжал и видел аллею шахидов, да, то есть аллею героев Азербайджана, да, которые проявили себя в разные времена азербайджанской истории. Такие же шахиды есть и в Чеченской Республике, которые боролись и погибали за свободу своего народа, за целостность Российской Федерации. Так кто же все-таки шахиды? Те, которые отстаивают честь и суверенитет своего народа и своего государства, или те, которые взрывают мирных людей? То есть ислам никакого отношения к терроризму не имеет. И это, об этом мы обязательно должны говорить. Мы должны правильные давать правильные формулировки терминам, которые потом очень часто и очень резонансно используются, непонятно в каких целях, значит, в наших СМИ. И это очень печально. Вот. Поэтому на этот и на многие другие вопросы эта книга отвечает, которую я с удовольствием подарю сегодня вашему каналу. Спасибо. Давайте поговорим еще об одном таком моменте. Вы сказали об азербайджанцах в Грозном. Мы с вами говорим о взаимоотношениях двух народов, но наши народы на просторах большой России соприкасаются, встречаются не только в рамках Чечни. Как этот диалог, как эти взаимоотношения вы воспринимаете, например, в той же Москве, как эти общины находят общий язык, какие у них контакты, устраивает ли вас вот тот уровень взаимоотношений, который существует? Безусловно, значит, здесь, конечно же, вы в некотором смысле, видимо, зная мое, так сказать, общение с Азербайджаном и мое, так сказать, появление в азербайджанских СМИ в связи с целым рядом, так сказать, событий, и больше было приятных событий, чем событий из ряда вон выходящих, скажем так. Вот. В основе своей азербайджанская диаспора и чеченское землячество – это люди, которые очень часто имеют общий бизнес. Люди, которые очень часто заняты в каких-то очень важных с точки зрения гармонизации межнациональных отношений на территории Российской Федерации, очень таких важных, я бы сказал, чрезвычайно важных общественных организациях, в общественной деятельности, которая призвана не просто удерживать как-то ситуацию, как у нас любят это говорить, да, а наоборот, развивать эти отношения в рамках гармонии, в рамках согласия, в рамках постоянного общения, в рамках проведения общих мероприятий, которые сопутствуют братству не на словах, да, а, так сказать, на деле. Вот. И, конечно, раз мы с вами заговорили на эту тему, то прецеденты бывают разные. И один неприятный прецедент несколько лет тому назад, он имел место быть, я его комментировал, кстати, по вашему телевидению. Хочу вам сказать, еще раз повторить, что чеченский народ никогда не забыл, никогда не забудет ту великую роль,
которую в судьбе чеченского народа сыграл Азербайджан, его народ. В страшные годы войны Азербайджан открыл свои объятия для чеченского народа. И еще раз повторяю, мы этого никогда не забудем. И в памяти каждого чеченца это, так сказать, до скончания века это останется. Вот. Поэтому есть, может быть, какие-то локальные моменты, но, естественно, они никак не могут повлиять на общие отношения между чеченцами и азербайджанцами, которые традиционно всегда были братьями. Посмотрите даже историю взаимоотношений не только наших народов, да, историю взаимоотношений наших лидеров. Какую огромную роль, какую лепту, кстати, да, интересный момент. Какую лепту в мирный процесс, в процесс восстановления Чеченской республики, какие прекрасные были взаимоотношения великого Гейдара Алиева с великим Ахматом Хаджи, что их дружба стала доброй традицией взаимоотношения наших народов. И по сути, кстати, еще хочу сказать, одной из главных целей моего визита – это продолжение традиции дружбы между нашими народами. Начало, не просто начало, это было заложено гораздо раньше, нашими предками еще, но вот именно эти два человека, Ахмат Хаджи Кадыров, 70-летие которого мы будем отмечать в этом году, в августе месяце, и вот я как раз в рамках этого юбилея тоже здесь для того, чтобы вот рассказать народу Азербайджана о том, каким великим человеком, каким спасителем был своего народа, был Ахмат Хаджи, и что, и как он положил свою жизнь на алтарь свободы, на алтарь самоопределения, на алтарь духовной высоты своего многострадального чеченского народа, и как теперь, будучи сыном и наследником этой тяжкой историко-политической и духовной роли, которая пала на плечи совсем еще молодого человека. Рамзану Хаджи тогда было 28 лет, когда погиб его отец, когда он ушел в вечность. И вот он до сих пор несет эту ношу. Я думаю, что вот опыт жизни и смерти, опыт подвига и созидания, который был у нас в Чечне на стыке двух тысячелетий, мне кажется, должен откликнуться в сердцах простых азербайджанцев, чтобы они никогда, ни при каких обстоятельствах не позволили пустить корни на своей земле, корни террористам. Какой горькой ценой мир был достигнут на территории Чеченской Республики, мы, чеченцы, знаем хорошо. И самая, одна из самых страшных утрат, которую мы понесли, это наш Ахмат Хаджи, которого нам сегодня так не хватает. И об этом очень часто, вот, вспоминая о своем отце, Рамзан Ахматович очень часто трогательно упоминает его вот с точки зрения того, какую утрату он понес, когда его не стало. Он эту утрату понес не просто как сын, он эту утрату понес хорошо и пронзительно понимая, какая это утрата для его народа. Потому что Рамзан Ахматович рядом со своим отцом ходил не как сын, он ходил как помощник, как соратник, как воин, как человек, который готов отдать эту жизнь рядом со своим отцом за общее дело, а не за семейное какое-то, не за сельское, не за родовое, за общее дело спасения и созидания чеченского народа. Вы сказали о Рамзане Кадырове. Буквально на днях он выразил свои отношения к тому конфликту, к той войне, которая завершилась, победоносная Отечественная война 2020 года, когда Азербайджан восстановил территориальную целостность, освободил оккупированные территории. И вот, говоря, глава Чечни, он как бы, если суммировать то, что он говорит, он против войны. Он против войны, он говорит, что войну можно закончить, только заключив мир. И в этом смысле Азербайджан все последние месяцы посылает некие месседжи, сигналы о том, что готов работать вместе с армянской стороной над большим мирным соглашением. Ну, пока по разным, видимо, причинам, известным и неизвестным, армянская сторона не откликается на это, в принципе, разумное предложение. Что бы вы могли посоветовать в этой ситуации? В данном случае я считаю, что Рамзан Ахматович вполне лаконично, вполне содержательно
выразил концентрированное мнение чеченского народа. Другой альтернативы, кроме мирного урегулирования этого очень давно тлеющего конфликта, который является раной не только на там, теле Армении и на теле Азербайджана, это рана на теле всего Кавказа. Поэтому каждый кавказец должен быть заинтересован в том, чтобы это раз и навсегда прекратилось. Потому что это наш общий дом. Не бывает в доме локального, регионального, однокомнатного или двухкомнатного пожара. Понимаете? Или пожара на кухне. Сгорает весь дом. Поэтому каждый кавказец, путем ли, так сказать, это будет политических каких-то усилий на высоких трибунах или на столах переговоров первых лиц. От этого уровня вплоть до народной дипломатии нужно применить все силы и средства для того, чтобы ни капли ни азербайджанской, ни армянской, ни чьей-либо другой кавказской крови больше на каких-либо войнах, ни на какую, ни на дальнюю, ни на сверхдальнюю перспективу на нашей кавказской земле, чтобы больше кровь не проливалась. Поэтому я еще раз хочу подтвердить мнение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова о том, что миру альтернативы нет. Поэтому я желаю, чтобы и с этой, и с той стороны люди есть и думающие, люди есть и адекватные, чтобы их мнение возобладало, и чтобы они привели свои народы к долгожданному миру. А этого миру ждут не только, поверьте, армяне и азербайджанцы. Этого мира ждет весь Кавказ, этого мира ждет вся Россия. Будем надеяться, что этот полноценный, всеобъемлющий мир рано или поздно наступит. Но я хотел бы, просто подытоживая эту тему, коснуться еще такого момента. И были вещи, которые мы понимали, что происходит на этих территориях, но после освобождения, так сказать, мы увидели масштаб. К сожалению, за все это время оккупации там были разрушены не только просто гражданская инфраструктура, но и религиозные объекты. Азербайджанские мечети разрушены, осквернены. Как вы считаете, мы разное мнение в этой связи видим, да? Война оправдывает такого рода преступления? Можно ли это как-то сказать, что ну была война? Вы знаете, я скажу вам следующее. Мы, в частности, я про себя могу сказать, да, как современник той войны, которая была у нас в Чеченской Республике, я вам могу сказать, что война на самом деле уничтожает не только мечети. Самое главное, что уничтожает война, она уничтожает людей. Она уничтожает культуру, она уничтожает экономику, она уничтожает религию, она уничтожает все. Ибо этим сейчас как раз занимаемся и мы в Чеченской Республике. Мы сегодня возрождаем. Рамзан Кадыров более 1000 мечетей построил. Причем столько мечетей не было раньше никогда. Он не только восстановил, так сказать, те мечети, которые были, да, и перестроил их по-новому, но и построил, еще я говорю, более 1000 мечетей дополнительно к ним построил. Мы с вами должны понимать, что самая главная задача, особенно наша с вами задача, идеологического, информационного, культурологического, такого концептуального фронта, наша главная задача сегодня не обострять. Наша главная задача сегодня не ковырять исторические мозоли. Наша главная задача сегодня не концентрировать, не акцентировать внимание наших с вами жителей, наших с вами граждан на вот том, может быть, даже пронзительно трагическом прошлом. Надо сегодня думать о будущем. Надо сегодня понимать, что если вчера были разрушены наши мечети, или были разрушены церкви, или были разрушены какие-то другие здания, очень важные культурные, духовные храмы, то мы должны с вами сегодня работать для того, чтобы ни один кирпичик не упал ни с мечети, ни с церкви, ни с синагоги, ни с какого-либо другого храма, который ведет к Богу. Потому что все мы с вами рабы Всевышнего. И молимся мы все с вами, да, я говорю о представителях монотеистических религий в основе своей, молимся все мы единому Всевышнему Богу. И думаю, что на горьком опыте тех горестей и тех несчастий, которые были
и на территории Карабаха, на территории Азербайджана непосредственно, да, в Карабахе, и на территории Чеченской Республики непосредственно в Российской Федерации, и на каких-то других территориях, которые принято называть горячими точками, вы знаете, и там, и здесь, в Азербайджане, и там, в Армении, обязательно будет сделан один единственный выбор, который, я повторяю, других альтернатив не имеет. Это мир, это политическое урегулирование, и это курс на дальнейшее укрепление взаимовыгодных, так сказать, если не дружеских, то хотя бы взаимовыгодных и, так сказать, взаимоспасающих отношений, альтернативы которым просто-напросто нет. Есть еще один такой момент. Вы несколько раз делали акцент по поводу, ну, я так понимаю, Кавказ в контексте «наш общий дом». Знаете, вот есть такой момент, прежде чем вот глава Чечни, когда он неоднократно был в Азербайджане, он в одной из своих встреч сказал такую фразу, что чеченский народ считает азербайджанский народ дружественным и братским. Как вы считаете, вот на основе чего формируется такое позитивное восприятие? Только лишь потому, что, ну, так или иначе, мы в одной географии. У нас с точки зрения религии очень много общего. Мы разделяем одну общую историю, когда-то жили в одной стране. Как вы считаете, все это играет роль какую-то в формировании этого позитивного, в принципе, восприятия? Или есть какие-то еще моменты? Еще один вдобавок, один вопрос хотел бы сказать. Может быть, он будет звучать несколько странно. Насколько хорошо сегодня азербайджанцы и чеченцы знают друг друга? Я имею в виду, в первую очередь, молодежь. Ну, я ответом на один вопрос, отвечу сразу же и на другой, да. Вот как раз вот эта наша общая история, наши с вами общие исторические, культурные, духовные связи, о которых мы говорили, о которых мы говорим, о которых мы будем говорить. Я в прошлый раз здесь был в качестве исследователя, в качестве человека, который интересуется как раз вот нашими с вами общими историческими параллелями. Хочу сказать, что вот для того мы и должны изучать эту историю, чтобы осознать ее, чтобы понять ее еще раз, проанализировать и передать ее вот в этом понятом виде, передать ее нашим подрастающим поколениям. И тогда не будет возникать вопрос, а почему, значит, азербайджанцы не знают чеченцев или чеченцы не знают азербайджанцев. И вот в этом наша с вами задача. Главная задача СМИ, главная задача политологов, главная задача, в первую очередь, носителей научной мысли. Я, как человек, который является заместителем главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова в Государственной комиссии по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чеченской Республики, а азербайджанцы – это один из народов Чеченской Республики, вот, считаю своим долгом как раз-таки проиллюстрировать эти связи. Может быть, это приведет к написанию какой-то книги о чечено-азербайджанских отношениях, о наших культурных, духовных связях и так далее. И думаю, что я не исключаю, что следующей книгой, которая будет здесь презентована в Баку и, может быть, даже на вашей передаче, может быть, будет книга о огромном духовном и культурном наследии, которое нам оставили наши благородные предки. Будем надеяться. И заключительный вопрос, очень коротко. Каковы ожидания народа Чечни от Азербайджана вот в сегодняшних, если мы говорим о налаживании более тесного отношений и говорим в контексте роли Чеченской Республики в налаживании более, скажем так, развитых отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном? Ожидания на самом деле очень большие, потому что ни один из народов Российского Северного Кавказа не заинтересован в отстранении, так сказать, Азербайджана, так сказать, или приверженности Азербайджана какому-то иному политическому курсу, который бы не служил усилению динамики вот тех взаимоотношений, которые у нас сегодня имеют место быть между Азербайджаном и Россией. Я думаю, что ожидания очень просты.
И в этих ожиданиях, главная задача этих ожиданий, это подтвердить нашу братскую приверженность друг другу, да, и все-таки развивать их на уровне, как я уже говорил, той же самой народной дипломатии, на уровне научного мира, на уровне каких-то, какого-то культурного взаимовлияния, которое было для нас традиционным. И, что очень важно, как я говорил, политика – это концентрированное выражение экономики, да, вот, что очень важно все-таки наладить и, так сказать, актуализировать наши инвестиционные и инновационные возможности. И думаю, что в этом направлении мы с вами сделаем теперь особый акцент. Вот, очень надеюсь, что в дальнейшем и Чеченская Республика со своей стороны предложит какие-то проекты, вот, и Азербайджан со своей стороны предложит. И я думаю, что, вы знаете, насколько мне подсказывает мой жизненный опыт, когда чеченец и азербайджанец делают совместный бизнес, то, как правило, он всегда заканчивается блестяще, заканчивается большой удачей. Поэтому я желаю большой удачи бизнесу между Азербайджаном и Российской Чеченской Республикой. Вот, потому что я не вижу никаких препон для этого, я не вижу для этого никаких ни политических, ни каких-либо географических, я не знаю, или геополитических каких-то преград, которые могли бы нам помешать. Ну вот на этой исключительно позитивной ноте я предлагаю завершить наш разговор, тем более эфирное время у нас подошло к концу. Джамблат Вахидович, большое вам спасибо за участие, еще раз добро пожаловать в Азербайджан, и будем надеяться, что вот все в контексте отношений наших народов, то, что вы говорите, все именно так и будет. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю нашим зрителям, все это время у нас в студии был и отвечал на наши вопросы заместитель председателя правительства Чеченской Республики Российской Федерации Джамблат Умаров. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуально сегодня». Я ее ведущий Санам Заев. До свидания. До новых встреч.